Добрый вечер, дамы и господа. Тема этой передачи – как делается приемлемым культ сатаны. Во-первых, снимается фильм ужасов с дьявольским содержанием. Devil's Due, по-русски «Пришествие дьявола». Запретно в США рекламный плакат изображает облитую кровью и распятую на кресте головой вниз беременную женщину с заголовком «Не на всю воля Божья». В Германии же этот кровавый плакат используют для рекламы и разыгрывают его в лотерее. Во-вторых, рекламный ролик с вероломным содержанием выкладывают в сеть «Devil Baby Attack» — «Атака дьявольского ребенка». Он показывает, как по улицам Нью-Йорка катится коляска с дистанционным управлением. Наводящий ужас ребенок с кроваво-красными глазами и пеной на губах с криком вскакивает и пугает ничего не подозревающих пешеходов чуть ли не до смерти. Клип стал абсолютным хитом на телевизионных шоу, например, у Штефана Раба и на YouTube, получив более 10 миллионов просмотров всего за 24 часа. Штефан Раб даже забавляется с оригинальной куклой ужасов и управляет ее с помощью дистанционного управления. В-третьих, кинокомпания 20th Century Fox обещает бонус в виде дополнительного видеоматериала, если поклонники огласят перемену своей религии на культ сатаны в своем профиле на Facebook. Рекламный клип заканчивается словами «Антихрист грядет». Премьера фильма в немецких кинотеатрах состоится 8 мая 2014 года, а не 10 апреля, как это было запланировано первоначально. В этом фильме, уважаемые зрители, преподносятся безобидными зверские действия сатанинского культа, который, к несчастью, существует не только в кино, но и в реальности. Оргии под наркотиками, жертвоприношение животных и питье крови. Все это действия, в которых жизнь является ценностью. Ритуальные, сексуальные и извращенческие акты, особенно над детьми, часто заканчиваются мучительными увечьями и убийством. Сатанистов даже не страшит секс с трупами и каннибализм. Смотрите также наш выпуск от 25.01.2014 года. Эксперты по сектам молчат о культе сатаны. Вы можете помочь нам раскрыть закулисную сторону фильма «Пришествие дьявола», привлекая внимание зрителей и прокатчиков к нашим выпускам Клягемау ТВ. Спасибо за внимание. Увидимся завтра.